Друзья, добрый вечер. Сегодня Москва готовится к большому празднику, который будет завтра. Поэтому весь город стоит, особенно этот район. Наша дорогая Светлана Ефимова долго пробиралась. Это один из ведущих людей в проекте, который отыграл уже 20 программ в режиме Jam Session. Собственно, как и всегда, все у нас происходит. Не буду тянуть время, приношу извинения, что мы немножко задержали. Но были обстоятельства. И я приглашаю замечательную пианистку, которая блистала здесь где-то полгода назад. Татьяна Козлова, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. И готовьтесь, будет очень серьезная музыка, потому что на Opera Night никто не обещал вам, что будет весело. Ференц Лист, соната по прочтению Данте. Татьяна Козлова. Thank you.
Татьяна Казнова. Мне хочется сказать только одно. Таня, береги, пожалуйста, себя. Я не знаю, откуда у тебя столько сил, потому что я это произведение никогда не играл, не собираюсь. Не хочу, я хочу беречь свои силы. Но тебе я пожелаю поберечь свои тоже. Но после этого надо расслабиться, контраст нужен. Я приглашаю на сцену Станислав Летуновский и наша дорогая, любимая Светлана Ефимова. Неаполитанская песня. После листа это хорошо сочетается. Был здесь очень-очень давно, где-то в начале, когда мы начинали. Сегодня у нас 71-й, а Станислав был, по-моему, где-то, когда был Overnight номер 6 или 7. Могу сказать, что успехи очень большие, очень рад. Кошечка в мешке сегодняшнего вечера. Сегодня есть и кошечка, и кот. Алена Маклецова. Не ожидали, да? Да, есть такая опция у нас.
Имре Кальман, не буду говорить, знаете. Хорошая песня. Сет. На сцену я приглашаю Александра Звонова, замечательная фамилия. И тут разведка донесла про Александра очень интересную информацию. Какие ноты лежат уже. Саш, тебе ноты мешать не будут. А, между прочим, Александра, дедушка был первой скрипкой госоркестра. То есть это прям такая заявка. На самом деле кот в мешке. Это просто мне разведка донесла. Итак, кот в мешке, Александр Звонов, 15-я рапсодия Ференц-Лист, сегодня «Бабах не по листу» называется. Лауреат многочисленных международных конкурсов.
Алексей Призвонов. Вы фамилии хорошие, рояль аж зазвенело. Саш, с дебютом. Я надеюсь, до встречи еще здесь. Хорошо, ты убегаешь? Я надеюсь, еще нет. Отлично. А я приглашаю на сцену вновь Алену Маклецову и Светлана Ефимова. Сергей Баневич. Немножко будет сказки. Ария Герды из оперы «Кай и Герда». Никогда не слышал эту музыку, очень интересно.
Наверное, причина сегодняшнего фильма. Станислав Лединовский. Не буду объявлять, что. Я думаю, что все знают. Станислав Лединовский.
До свидания, Ефима. Следующий номер, который я хочу представить, это из серии «Комсомолская спортсменка». Дальше мы все знаем, какие там слова были. Начну с более свежего. Молодая артистка, которая сейчас выйдет на сцену, Дарья Давыдова. Даша, можешь выходить. Уже была у нас в проекте, совершенно потрясающая сопрано. Во всех смыслах. Да, Даша, я сейчас тебя похвалю немножко. У Даши в этом году были совершенно потрясающие дебюты в Японии с совершенно потрясающим произведением «Колокола» Сергея Васильевича Рахманинова, правда? Было. Да, и еще дебютировала с великим Геннадием Рождественским в опере «Британа», которая впервые в России исполнялась. Дарья Давыдова и Светлана Ефимова, «Шарль Гуно Джульетта». Я приглашаю на сцену по многочисленным просьбам. Этот молодой человек дебютировал в «Opera Night» был котом в мешке закрытие второго сезона.
И после этого мне очень много писали, звонили, сказали, когда еще будет. И вот, наконец-то приехал. Сергей Особин. Транслегат Аня Сучонга из оперетты «Страна улыбок». Друзья, небольшой перерыв, друзья, финишная прямая. Сейчас вспомнил шутку. В Фейсбуке недавно читал. Разрядился телефон, все, умер человек. Нет человека. Когда эта бумажка пропадает, у меня начинает паника, потому что столько информации в голове держать не могу. Я приглашаю на сцену. Нет, сначала скажу такую вещь. Сегодня день рождения одной из наших, я не могу говорить сотрудниц, нашей помощниц. Потому что в этом замечательном клубе все друзья, все помощники. У Лизы день рождения. Лиза, где ты? Красивая, обаятельная, очаровательная Лиза. С днем рождения тебе. Будь счастлив. Я приглашаю на сцену Дарью Давыдову. Будет совершенно потрясающий Ари Мано. Забыл Манолис Капучино. Лиза, с днем рождения. Но сейчас Дарья Давыдова. И Светлана Ефимова. Thank you.
Друзья, я сегодня анонсировал, что сегодня гвоздь программы «Чистый джем сэшн». Обещают Дарья Давыдова и Сергей Осовин. Не-не-не, ты пока сиди. Пока. Сейчас пока Алена Маклецова. Алена Маклецова, Карл Майер фон Вебер, ария Гатты из оперы «Вольный стрелок». И Светлана Ефимова. Друзья, напомню, что все, что здесь происходит, чистый джем сэшн. Сергей Васильевич Рахманинов, романс подходит, молодой подходит, цыган не знаю. Романс молодого цыгана. Скажи,
Сергей Осовин. Друзья, что, гость программы. Сергей Осовин, Дарья Давыдова. Впервые исполнят прямо с ходу дуэт. Вообще, в джазовой музыке джем сэшн это достаточно нелегкая, но и не очень сложная вещь. А вот в классике желательно репетировать. Но мы решили сломать все барьеры и похулиганить. Дуэт из оперы Травиата Джузеппе Верди, дуэт Альфредо и Виолетты. Сергей Осовин, Светлана Ефимова, чистый джем-сессион. Вы даже не представляете, как им там страшно и волнительно, потому что это потрясающе, идеально вместе просто. Станислав Липуновский. Дарья Давыдова.
Сергей Соловьев, Алена Матвейцева, Мастер Манин, Станислав Акуновский, Александр Звонов, Чижевый Сол, Татьяна Козлова тоже. И потрясающая Светлана Ефимова. Рок-н-райт номер 71. Более 450 музыкантов были уже в проекте. Друзья, всегда прошу об одном. Просто рассказывайте, что в Москве и вообще в мире есть такой проект. Ни в одном городе, ни в одном континенте нет такого проекта, поверьте. Ребят, спасибо вам большое.